15:45. Вышло солнце, мы уже выспались. Все попрятались в домике. Вероник, как тебе? Тебе нравится море? А? Выспались, да? Нет, Лёш, сейчас сильно жарко купаться. Надо еще полчасика попрятаться в домике. Какое-то строение там. Снимаю на память, потом будем смотреть. Пляж пустой, все люди правильные попрятались по домикам. Ой, Лёша, без футболки. Блин, ребят, хотела показать медузу. Где она делась? Не видно, что-то я уплыла. Только что не было волн, уже волны опять. Минуту, сколько мы посидели. Пошли вместе. Так, это наш пляж огорожен с этой стороны камнями. И стой. Вероник, что там у тебя? Такие цветочки у нас растут. Ой, пришла за ведерочком. Поймали медузу. Не поймали, выпустила ее на берег. Выкинула. И это. Хотят ее в ведерко посадить. Детвора. Пожалеть. Так, я иду. Раз. И море уже. Вот наш зонтик. Ой, Вероника сидит, играется. Вероник, ну что ты тут наделала, а? Что ты наделала? Еще одна. Так, Денис набрал воды. Там еще одна лопатка есть. Где? Ее никто не выкидывал. А он? Он. Давай я подам. Ее волной саму, наверное, вымыла, того, что их тут много на этом лежит. Ой-ой-ой. Она, наверное, уже не живая, не шевелится. Ты медузу хочешь, чтобы она выжила? Да. А, Артур наш плавает. Хорошо, Сонтик, так тенек раз. Ава, ты платочек одеваешь? Ты умничка, да? Давай оденем. Вытрусим ракушки сейчас. Вот такое вечернее море. Блин, не знаю, сколько сейчас времени. Наверное, часов 7. Хорошо сидим тут все равно под зонтиком. Вероника маленькая. Красота. Свежего воздуха вам передаю. Привет. Лёш, что ты ей делаешь? Лопатки тут. Вот сидим и опять выбросила медузу. Блин, мне так страшно идти купаться. Она так больно жжет. Смотрите, как она. Вероника ждет ведерко, Дэн. Сейчас подойду поближе, поснимаю. Блин. Не успела я, короче, ее это заснять, она уплыла. Веронике принес ведерочко воды. Ребенок умывается. Да, Вероник? Вот так. Мы бассейн маленький брали, надо накачать. Поставить ей в тенечку, боится. Боится она купаться. Мотоцикл там ездит. Вот так, кукурузу носят по 40 гривен. Если кому интересно. Кошмар. Вероника, ну, камушки, мой ручку. Выплюнь быстро.
А ну выплёвывай каку. Блин, они такие огромные. Фу. Наконец-то. Я споймала видео. Лёша, нет, не трогай. Сейчас ещё укусит тебя. Артур! Давай поближе. Отплыл на матрасе. Кому интересно, смотрите, какая медуза. Второй уже нет. Вот как идти купаться? Я не знаю, как Лёша бегает, еще купается. Так, ладно, всем спасибо за просмотр. Кто заходил, всем отвечу на комментарий. Всем пока-пока.